Всем привет, меня зовут Влад, и сегодня у нас долгожданная полная серия по режиму «Стань легендой» в PES 2015. Начинается она у нас с Лиги чемпионских баталий в четвертьфинале лучшего клубного турнира Европы, Старого Света. Играем мы против римской команды Ромы. Давайте начинать первый матч. Так, кривец по флангу открывается. Пас отдавать. Нет, не дает. Передачу, хотя вот Сергей бежал на мяч, но далековато. Далековато находился он от мяча. Потихоньку набирать скорость. Может быть, от Ибры пас получим. Ибра сам решает. Златан в этом случае действует индивидуально. В какой-то степени, может, эгоистически, но это все приносит свои плоды в виде забитого гола. Матьюиди сыграл довольно-таки неплохо. Отдал голевую передачу. Так, вот Сергей. Это явно не его матч. 1-0 пока после первого тайма. Довольно-таки неплохая игра. Демонстрируем неплохой футбол. У Сергея, конечно, ничего не получается. Но мы все верим, все надеемся в Сережу, в его потенциал, в его четкий пас, хороший удар, в хорошее видение поля. А тем временем Златан Ибрагимович забивает второй мяч, оформляет дубль в этой встрече. Десантик уже, в принципе, понимает всю тяжесть данной ситуации. Понимает, что у Ромы выездной встречи шансов уже практически нет. Ну а мы можем пройти в полуфинал Лиги Чемпионов. Это для нас задача довольно-таки выполнимая. Дестро делает 2-1. Еще ничего не ясно. Как бы и победа, но если соперник забивает один мяч, то это для нас смерти подобно. Поэтому нужно забивать третий. Тогда уже будет веселее. Первый поединок мы выиграли, 2-1. Ну и давайте играть второй матч. Сергей разворачивается. Сергей проходит и бьет! Нифига себе! Извиняюсь за эмоции, но это было круто. Это было действительно круто. Удар просто шикарный. Просто вот идеальнейший. По такой траектории я не ожидал от Сергея удара. Извиняюсь реально за эмоции. Но все-таки без матов обходимся. Нет, Дестро меня уже просто убивает. Просто реально убивает. Но у нас еще имеется задел. Нужно Сергею раскачать оборону римлян. Вот сейчас, наверное, не хватает Абамиянга или же Лаказета какого-нибудь. Нет. Ну все. Это значит последняя серия карьеры. Еще попробуем выиграть Кубок Франции. Лигу 1 мы уже взяли. Будьте всегда на позитиве, не расстраивайтесь. Все у нас впереди. Поэтому ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на Twitch канал и на группу ВКонтакте. Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока.